Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер Студія». З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні ми завітали в гості до корпорації монстрів і спілкуватися будемо з директоркою благодійного фонду Катериною Нажепнікою. Вітаю вас! Здравствуйте! Отож, основне таке питання, як корпорація монстрів може охарактеризувати взагалі 2021 рік? Яким він був для вас? Ну, таким же, як і половина 20-го. Нелегким. Можливо, були якісь моменти найскладніші, які ви запам'ятали, ну, можливо, на все життя? Ну, я не знаю, як насчет на всю життя. В принципі, моментів у нас тут кожен день достатньо, але в цьому році, як і в 20-му, ми от жили від пандемії до пандемії. Тобто від сплеска до сплеска, і найтяжкі місяці у нас були март-апрель і початок мая. Потом был небольшой перерыв, мы чуть-чуть вздохнули, вернулись к нашей основной деятельности, снова стали заниматься. Ну, мы, в принципе, не бросали заниматься детками, помогать врачам там их лечить, но вернулись именно, плотно опять вернулись к своей основной работе до сентября. В сентябре начался опять этот ужас, октябрь и ноябрь вообще кошмар, но вот в декабре опять затишье, и мы опять ждем февраля. Тобто ви готуєтесь завжди? Ми тепер, от, виходить, що вся наша життя перетворилась, наша робоча життя, я маю в виду, перетворилась в ожидання від волни до волни. Я знаю, що весною ви закупали дуже багато концентраторів, зараз є вже достатня кількість, я так розумію, ви вже не придбаєте їх. Ми в цьому році докупили. Ми докупили, чесно говоря, я... Обычно я как-то все очень четко просчитываю. В этом году я немножко ошиблась. Мы купили вот буквально на последнюю неделю, вот волны, которая была осенью, я не выдержала и купила еще 30 концентраторов, потому что у нас в ноябре был такой период, что у нас не просто лист ожидания был, а лист ожидания, который мы не могли закрыть двое суток. То есть были звонки, пациентам выписывали, пациентов не могли определить в стационар. И это были достаточно уже тяжелые пациенты, им не хватало концентраторов. И я докупила еще 30 штук, то есть наше семейство пополнилось. Вот. Но не жалею, потому что они все, в принципе, приехали и тут же включились в работу. И к весне мы уже готовы тоже. Угу. То есть еще плюс 30. Якщо говорити про ваш Фейсбук, я переглядала вашу ленту і розумію, що там дуже багато прохань про допомогу, дзвінків. Як ви витримували цю нагрузку? І я розумію, що можливості також були обмежені, як обирали кому допомогти, тому що концентраторів також не може бути безмежно. Ну, нагрузку, наверное, мы уже привыкли. Во-первых, ну я же не одна отвечаю на звонки, это невозможно просто физически было бы. У нас вот в острый период в сутки на 3 телефона поступало там свыше 600 звонков. Ну, это физически невозможно одному человеку обработать. На моем телефоне 200-300 звонков за сутки. То есть вот каждую минуту звонок, иногда за минуту 2 звонка. Кроме того, что мы даем концентраторы, мы еще, к сожалению, вынуждены оказывать помощь и психологическую пациентам, которые находятся дома, и медицинскую. Мы ищем врачей, мы читаем анализы, мы консультируем по назначениям, состыковывая с врачами. То есть работы, конечно, было очень много, но это уже такая, честно говоря, привычная рутина стала, к сожалению. То есть уже вчера ехали с... одной сотрудницей моей, она говорит, ты знаешь, я когда год назад слышала первые звонки, когда ты там объясняешь, что делать, как нужно держать уровень кислорода, как его нужно снижать, сколько нужно литров. Говорит, мне казалось, что это просто какая-то вот, ну, высшая математика. Сейчас вот как орешки, они все это щелкают, все уже выучили, понимают, кому что советовать в зависимости от состояния пациента, кого нужно срочно госпитализировать, несмотря, вот буквально силком. У нас было достаточно много случаев, когда вот я заставляла вызвать скорую, и потом люди перезванивали, говорили спасибо огромное, потому что мы дома этого пациента не спасли. А, к сожалению, многие наши пациенты боятся стационаров. Ну,
таки, с такой медициной, в принципе, неудивительно. Вот. И не хотели категорически госпитализироваться, и только в больнице уже понимали, насколько тяжелое было положение у пациента. Вплоть до того, что люди не понимают, например, что такое, в принципе, сатурация. И вот было сотни звонков, когда там, ну вот у бабушки 68 сатураций, но она же дышит, разговаривает. То есть они не понимают, что такое обрушение, что человек в этот момент испытывает страшную гипоксию. Ну, в принципе, люди не должны, наверное, этого понимать. По большому счету для этого нужна сильная медсистема, вот, которую, к сожалению, мы с каждым годом теряем все больше и больше. Ви сказали про слабку медсистему. Як наладили зв'язок з місцевою владою, з департаментом охорони здоров'я? Як зараз з ними контактуєте, співпрацюєте? Тому що я розумію, що... Ну, знаете, наверное, сейчас будет вообще удивительный момент, потому что мы, в принципе, с областными более не менее всегда были в контакте. С городом у нас был большой конфликт, об этом все знают, в 2020 году, в начале 2021. Вот. И к концу 2021 года, наконец-то, нам удалось, я была на нескольких встречах и с мэром, и с начальниками департаментов, со всеми, и первые встречи прошли очень сложно, вплоть до того, что там я вставала, хлопала дверью, выходила. Но потом все-таки мы меня не услышали, и коммуникации мы наладили, и работаем сейчас, в принципе, достаточно продуктивно, если так можно сказать. Мы, конечно, стараемся, в принципе, особо не пересекаться, вот, но когда на кону жизнь пациента, тут особо не приходится выбирать. И вот конец 2021 года мы отработали в связке. И когда у нас не хватало концентраторов, мы посылали пациентов, коммуницировали напрямую с поликлиниками, которые получили. И когда не было возможности или человеческий фактор, когда там на скорой или в стационарах не оказывалась надлежащая помощь пациентам, то есть через департамент все это выруливали, разруливали, и когда не хватало медикаментов, и когда писали списки, которые нельзя было писать. В общем, ну, слава Богу, посмотрим, пока так. Пока. Тобто згоди дійшли? Да, пока так, дальше посмотрим. А взагалі на вашу команду, я так розумію, дівочу команду, лягла такий великий пласт роботи, як з ним справляєтесь? Це підтримка рідних, підтримка колективу, що це для вас? Ну, колектив у нас, звісно, мощний, це да, дівчатки великі, молодці. И, ну, во-первых, много лет здесь все уже работают, и, конечно, это колоссальнейший опыт для всех нас и жизненный. Знаете, мы очень часто, ну, как у всех, наверное, бывают какие-то там тяжелые периоды, но эта работа дает нам очень-очень важный момент. Мы понимаем, насколько все может быть плохо, и вот эти мелкие какие-то перипетии жизненные, они становятся очень мелкими. Ты понимаешь, как все здорово. Это вот, может, это банальность такая, но я много лет транслирую эту мысль и сына своего так учу. Вот ты проснулся утром, у тебя есть руки, ноги, крыша над головой, ты видишь, ты слышишь, у тебя ничего не болит, ты счастливее миллиардов людей, миллиардов, не миллионов на этой планете. Поэтому сказать, что вот я тоже в последнее время часто это подчеркиваю, создается такой вот образ. Почему-то нам создают такой образ, что вот мы тут как на Голгофу какую-то каждый день идем и несем, тащим этот крест. Нет. Мы понимаем, что мы делаем, нам нравится, что мы делаем. У нас здесь есть очень много хорошего. Несмотря на то, что здесь очень много боли, но здесь есть очень-очень много хорошего. И потом, особенно вот на примере пандемии, то есть раньше, конечно, у нас такое было, там мы, допустим, платили какую-то операцию, мы понимаем, что ребенок там получил шанс, да, на жизнь. Но вот в пандемии это особо, вот это так стало четко понятно, что, ну, мы вот на сегодняшний день выдали уже почти 4000 концентраторов. То есть это 4000 человек, которые могли просто вот банально задохнуться и умереть. И потом вот они приходят, если еще и сами приходят, там бывает такое, что, конечно, в основном родственники возвращают, но бывает такое, что приходят и там расписываются, получают акты,
А я, говорит, а как пациент? Говорит, так я ж пациент. Ну, уже приходит здоровый, нормальный. И это, конечно, дорогого стоит. Тобто вся ситуація пандемії перевернула ваш світ, і ви тепер помічаєте такі дрібнички, так? Ні, мій мир вже давно перевернувся, і всі ці мелочі я замічаю давно, наверное, і дівчатки теж, і, наверное, тому ми цим всім і займаємося. Пандемія просто це дуже сколихнула в великому масштабі. Тобто, от так, як з деньгами, так же і з кількістю пацієнтів. Тобто ми еще пару лет назад там собирали там, ну, 5-10 миллионов в год, и нам казалось, что это невероятные суммы, это действительно очень большие суммы, и это за этими суммами колоссальное количество спасенных жизней, закупленной аппаратуры. В 2020 году через фонд прошло почти 500 миллиардов гривен, но мы его не считаем, это такой отдельный год. А за 2021 є якась? Где-то 30 мільйонів. Тобто, і це при тому, що у нас не стоїть така задача. Тобто ми не збираємо гроші, лише би збирати. Ми збираємо гроші тоді, коли потрібна комусь конкретна допомога. І якщо коли-то ми в місяць збирали 50-100 тисяч гривень, то зараз це стабільно 2-3 мільйони. І за цими сумами жизни и очень много аппаратуры, и ремонтов, и продуктов старикам. Как-то так. Як на вашу роботу реагує ваша сім'я? Тому що я розумію, що ви живете на роботі в прямому сенсі цього слова. Ну, опять же, таки, сейчас, ну, конечно, когда вот такие периоды, как весна-осень, да, я практически живу на работе, вот. А когда спад, я как раз в последнее время, у меня есть время, благодаря тому, что коллектив уже настолько налажена работа, то есть у нас 8 человек работает в офисе, у нас очень много, конечно, бумажной работы, но у нас несколько бухгалтеров, у нас есть несколько юристов, ну и самое главное, девочки, и вся работа уже настолько четко поделена, что... у меня уже появилось свободное время, это последний год-два, ну, не считая периодов с пандемией. Семья привыкла, потому что я, в принципе, в волонтерстве с 2009 года по 2017, считайте. В 2017 мы уже организовали фонд. И, ну, я, честно говоря, всегда такой была. Я вообще не домосед, я, ну, люблю работать и... Мало, конечно, иногда возмущается, вот, Максим, ну, ему на самом деле не устану, наверное, никогда говорить спасибо, потому что, в принципе, если бы не он, то я бы, ну, я бы ничего этого бы не смогла сделать, потому что первые 8 лет, которые я этим занималась, я просто тащила все из дома, и я очень много времени тратила. И я ничего не зарабатывала, наоборот. То есть был момент, когда мы там посчитали, он говорит, ты 10 тысяч гривен тратишь на бензин. Мы очень много ездили. Я говорю, ну слушай, у всех свои хобби. Ну, я же могла ходить там по салонам, условно говоря. Могла бы тратить там на что-то. Он говорит, ну ок, хобби так хобби. То есть если бы не он, ну в принципе, я думаю, что так многие девочки могут здесь сказать, потому что в тот период, когда мы были волонтерами, все это могло осуществляться именно и только потому, что за каждой из нас стоял человек, который позволял нам это делать. Потому что, ну вот я всегда интересуюсь, когда слышу, волонтер 24 часа на сутки. Ну, надо же как-то жить, кто-то тебя должен кормить, кто-то должен платить за квартиру, покупать одежду. Вот, поэтому здесь вот так у нас сложилось, и нам повезло. За нами, за каждой из нас кто-то стоял, кто помог нам, в принципе, вот дойти до всего этого. У вас сын хоч и маленький ще, скільки ему? Он же не маленький, 13 лет. 13 років. Чи не думає він займатися також волонтерською діяльністю? Чи допомагає він вам по роботі? Это отдельная тема, важная, потому что он, в принципе, вырос. То есть я родила его, и через 3 месяца вот попала в эту всю историю. И он со мной был круглосуточно, и он вырос у нас на складе. Где-то лет до 8 он со мной был постоянно.
И где-то лет с 8 я его отпустила, потому что я понимала, уже видела, что это все его начинает злить, раздражать. А, ну, он периодически еще крайне редко помогает, но я сама это прошла. А мой отец, он был вот всю жизнь, вот не было тогда такого явления, как волонтерство, но, в принципе, он всегда жил больше для других, чем для семьи. И мы очень сильно злились на это и не понимали это. Он вечно кого-то спасал, он все время куда-то ездил, он что-то все время делал для кого-то другого. И мы с сестрой этого не понимали и злились на него. Но он, то, что он должен был сделать, он заложил в нас. Вот оно и проявилось просто тогда, когда этому пришло время. Но точно так же я заложила в него эту основу. Сейчас ему нужно учиться. И знаете, я недавно была, читала лекцию студентам, меня позвали. И вот там один был представитель власти, он говорит, вы должны, ну там такой народ собрался, там 16-18 лет, вы должны 80% своего времени посвящать, значит, там, кому-то другому что-то делать. И потом я вышла уже, говорю, вот я категорически с этим не согласна. Я говорю, вы 80% своего времени должны посвящать себе, своему развитию, учебе, путешествию, любви. То есть человек должен состояться в первую очередь как человек, а без базовых. То есть пирамиду Маслоу никто не отменял. То есть сначала должна быть база, то есть они должны сначала получить вот это все, а потом уже обратить внимание, ну, если, конечно, они будут видеть в течение этого всего времени какие-то примеры. Мой сын видит. И таскать его с собой сейчас с утра до вечера на склад? Нет, конечно, я не стану этого делать. Я уверена, что... И я знаю уже, что в нем эта основа есть. Я вижу по его поступкам. Вот. Но сейчас ему нужно учиться. Ему нужно заниматься спортом, ему нужно осваивать какую-то профессию для того, чтобы, в принципе, я вообще считаю, что мужчины больше, наша задача вырастить больше мужчину-донора, чем волонтера. То есть он может заниматься там точечно, условно говоря, там, вот на днях тоже экоактивисты. Я говорю, вы знаете, если каждый из нас научит нашего ребенка не выбрасывать целлофановый пакет или бутылку в парке, то целый ряд экоактивистов, он исчезнет как класс, потому что ну, не нужно будет собирать эти бутылки. Вот в чем задача. Ну, как бы вот я пытаюсь его так воспитать. Ваша робота не залишилась непоміченою. Ви волонтер року, ви стали почесною громадянинкою. Так, і ви отримали орден княгині Ольги 3-го ступеню. Ці нагороди для вас це що? Нічого. Я вообще к наградам отношусь весьма скептически. И в коллективе у нас такое же, в принципе, отношение. Если вы зайдете в мой кабинет, у меня сейчас на стуле висит огромный серебряный пиджак, который девочки мои нашли и повесили нам, чтобы мы вывешивали туда наши медали, как у Брежнева. Ну, в принципе, так тут между собой мы в последнее время называем меня Леонид Ильич. Мы не делаем это ради наград. Более того, я много-много лет отказывалась от всех наград и не брала их, считая это ну, на самом деле в какой-то степени издевкой. Потому что получать награду от государства за то, что мы делаем то, что должно делать государство, ну это просто ну, это нонсенс, в принципе. В этом году ситуация немножко изменилась, потому что то, что произошло во время пандемии, к этому не было готово ни одно государство, ни с одной медицинской системой. И вот мы раньше там с удовольствием, например, брали грамоты от каких-то больниц, которым мы помогли. То есть это искренняя грамота, это то, что мы приветствовали всегда. От государства нет. Мне казалось, что это вообще совершенно неправильно. Но в этом году ситуация чуть-чуть поменялась, и скорее, опять же таки, это сделано больше для фонда, чем лично для меня. Ну, то есть, если бы вот это какая-то там была прям моя награда, ну, я бы очередной раз сказала, слушайте, идите нафиг со своими медалями. А вот. А это для многих людей это имеет огромное значение. И когда у фонда есть чем больше регалий у фонда, а я как его лицо, тем
там серьезнее почему-то к этому фонду многие относятся. Вот. Ну вот, наверное, поэтому в этом году и взяла. То есть совпало несколько факторов. Ну и да, почетный гражданин лежит у моих родителей. Это нагорода для них. Да, для них, кстати, огромное значение. Почему-то это вдруг оказалось, что для них очень важно, что вот меня признали как-то вот на таком уровне. Даже был смешной момент. Папе было плохо, я вызвала ему скорую. И врач скорой помощи сидит, пишет его фамилию и говорит, и переписывает на Шевникова, К, я думаю, что поворачиваюсь, а у папы стоит этот, там такой ящик огромный, деревянный, и там выложены, значит, иконостас такой. Я говорю, просила бы, это что такое? Он говорит, пусть стоит, дочь. Ну, то есть для них это имеет значение. Я рада, что, ну, они могут нагордиться, в принципе, опять же таки, наверное, 80% того, что я оказалась здесь, это заслуга моего папы. Ну, поэтому как-то так. Як щодо планів? Я знаю, що ще зараз ви активно готуєте будинок, будинок для монстрів. Як з ним проходить справи? Як плануєте ремонт? Коли плануєте переїжджати? Ой, ну це, кстати, такая больная тема для меня оказалась, потому что я обычно в работе не ошибаюсь, а тут вот как-то тяжело пошло. Я несколько месяцев назад, у нас нет своего помещения, мы очень много тратим, где-то там, от 500 000 гривен в год до, там сейчас чуть-чуть меньше, на аренду. И я, конечно, всегда мечтала, чтобы у нас был свой дом. Потом нам подарили замок монстров на Французском бульваре. И мы, конечно, рассчитывали, что когда-нибудь мы будем жить там. Но стоимость реставрации этого здания там зашкаливает за 50 миллионов гривен. И собрать эти деньги сейчас просто невозможно, потому что мы все время вынуждены собирать на медицину, медицина, концентраторы, дети. Параллельно вести такие два дорогостоящих проекта невозможно, разорваться невозможно. Найти какого-то конкретного спонсора одного на не хочу, потому что это будет какая-то такая тоже зависимость, а я это не приветствую. И замок пришлось отложить, и не знаю, на сколько лет это придется сделать. Вот. Но так как наконец-то уже выиграны суды по земле, в какой-то момент я решила, что нам просто нужно там построить временное строительство, какое-то строение, и переехать туда, во-первых, находиться рядом с ним, потому что я туда вот езжу почти каждый день, там все время нужно за ним все равно ухаживать, и за территорией надо ухаживать, и тоже тяжело разорваться, и во-вторых, ну, перестать вот тратить по 500 000 гривен в год, выкидывать просто деньги в никуда. И мы сейчас вот открыли сбор, уже месяца два собираем, но стройка – это, конечно, катастрофа. Все время что-то дорожает, я никогда ничего не строила, поэтому это для меня, в принципе, ну вот я делала ремонты в отделениях, но это быстрее, и это немножко оказалось тоже другой темой. Все время что-то дорожает, все время что-то появляется, значит, то сначала нужно было там 30 свай, потом пересчитали нагрузки, теперь их нужно там 60, я начинаю учить и изучать ДБСН, и, в общем, заниматься, да, это тоже время. Мы строим, то есть мы уже начали строить, я надеюсь, что мы к весне переедем, и это будет наш дом, и мы будем, опять же таки, находиться рядом там с замком, и мы сэкономим приличную сумму. Вот, хотя дом стоит тоже совсем недешево, но за годы это будет серьезная экономия. И опять же таки, это будет наше помещение. Мы не будем бояться, что вот в любой момент нас могут попросить на улицу. Ну, если когда-то нам удастся все-таки построить, починить, отреставрировать замок, то этот дом, который мы строим, он модульный. И мы его разберем и где-то соберем, подарим детскому дому семейного типа, то есть он mm-hmm. продолжит свою жизнь уже дальше, вот именно в благотворительном проекте. Як щодо ваших очікувань на наступний рік, на 2022,
не тільки такі сумні настрої щодо пандемії, от ось щось таке позитивне, чого ви очікуєте? Знаєте, у мене вже немає на самом деле насчет пандемії грустних каких-то настроєнь. Я вже привикла, в отличие от многих людей нашого, опять-таки, от нашого населення, я достаточно быстро поняла, что нужно перестроиться, что это наша действительность, что теперь нам в этом жить. И это не закончится, скорее всего, это не закончится никогда. Просто это будет все время как-то меняться, трансформироваться. Я, например, давным-давно абсолютно легко приняла для себя соблюдение дистанции. Я вообще не вижу в этом никакого дискомфорта. Я абсолютно спокойно приняла ношение масок и тоже не вижу в этом никакого дискомфорта. И я единственное вот понимаю, что мне нужно предполагать и готовиться. То есть я понимаю, что там нужно докупать кислород. Я общаюсь с больницами, общаюсь тоже с властями. Там что-то как-то все медленно происходит. Вот. На примере кислородных станций я об этом говорила в начале 2020 года. Ставьте кислородные станции, вы слезете с этой кислородной иглы. Им понадобился год для того, чтобы расчехлиться и начать ставить эти кислородные станции. То есть у меня и в следующем году нет никаких там ужасных настроений, мы все умрем. То есть мы делаем то, что мы делаем. Мы готовимся, да, это будет, будет. Мы готовимся и будем стараться как бы облегчить прохождение нашей области вот этих тяжелых зон. Я по-прежнему не устаю напоминать о вакцинации. На сегодняшний день это единственная наша возможность снизить тяжесть течения болезни, хотя вы видите, идут новые штаммы, и эта ситуация тоже может поменяться. Пока так. Планирую заняться, вот сегодня, кстати, об этом только утром подумала. Мы никогда не делали этого, наверное, уже нужно это начинать. Планирую заниматься бюджетом фонда на год вперед. То есть мы работаем... Это прекрасно, извините, конечно. С таким остервенением живет этот повод. Веня, ты портишь имущество. Мы... Заигрался. Прекрасно. Мы работаем не совсем так, как работают обычно фонды крупные, такие как наш уже. Поступила проблема, и я иду ее решать. То есть я иду, пишу пост, мы не пишем письма там, крупным организациям, бизнесу заранее. Я пишу пост и жду, когда на этот пост откликнутся люди. И я очень горжусь тем, что в принципе 80-70% наших переводов это как раз не крупный бизнес, а это просто обычные люди. Но учитывая развитие событий в стране, учитывая то, что происходит в медицине, я понимаю, что, к сожалению, ситуация будет только ухудшаться пока что. И нужно планировать, и я думаю, что вот в 2021 году мы начнем переговоры именно с бизнесом. Слава Богу, у нас в этом смысле Одесса, мне кажется, что... впереди планеты всей, может, если и не по суммам, вот, то по отклику, да. Сейчас все бизнесмены понимают, что какую-то определенную часть доходов нужно направлять на развитие страны, в том числе и благотворительность, потому что таким образом мы меняем ситуацию. Реформа медицинская идет, но идет очень медленно, и, к сожалению, от этого зависит жизнь очень многих людей. Поэтому будем уже вести переговоры с бизнесом о том, чтобы планировать бюджет. То есть я никогда не знаю в начале месяца, сколько мы соберем денег, там 50 тысяч гривен или там 5 миллионов. То есть это происходит спонтанно, уже постфактум появления проблемы. Хочется расширить. У нас есть опять-таки количество определенное людей, которые ставят регулярные платежи, ежемесячные платежи, причем они могут быть там 50 гривен. Просто если это 1000 человек, то это ежемесячно счет фонда стабильно пополняется суммой, на которую можно рассчитывать. Вот хочу вот эту тему сейчас развивать, чтобы быть четко уверенным, что вот в следующем месяце, вне зависимости от того, условно говоря, что получается так, я пишу пост, если я пост не напишу, так, то ничего не произойдет. То есть будьте уверены, что даже если, условно говоря, впаду в кому, я не смогу написать очередной пост, фонд продолжит работу.
И это очень важно, потому что сделано, конечно, колоссальное количество, вот колоссальное количество людей получило помощь, аппаратуры куплено, выдано продуктовых наборов, тонны одежды передано, там в область одевают мамы, одиночки, многодетные мамы. Мы закупаем медикаменты, расходники, мы покупаем кислород, это отдельно от концентраторов. То есть, конечно, это огромный, колоссальный объем работы, суммы, но самое главное, что за всем этим стоят десятки тысяч людей, которые каждый месяц отдают часть заработанных денег для того, чтобы как-то изменить мир чуть-чуть вокруг себя. Дякую вам за розмову, за відвертості. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Катериною Нажевніковою, директором благодійного фонду «Корпорація монстрів», про підсумки 2021 року. З вами була Кристіна Черневалова. До нових зустрічей!